После того, как настроена задняя перекидка, приступаем к настройке передней перекидки. Для этого также освобождаем тросик. Сначала устанавливаем правильное положение передней перекидки на раме велосипеда. Для этого находим такое положение рамки передней перекидки, чтобы она была параллельна самой большой звезде, и расстояние от зубов звезды до рамки перекидки было от 1 до 3 мм. Передние перекидки бывают двух видов: с верхней тягой, с нижней тягой, с хомутом, находящимся сверху, и хомутом, находящимся снизу. В данном случае хомут находится сверху, поэтому регулировочный болт дальней части рамки находится ближе к раме. Ближней части рамки находится ближе к нам, а от рамы далее. Поэтому регулируем сначала положение дальней части рамки. Оно должно находиться максимально близко к цепи, но при этом не чертить о нее. Цепь вращаем по малой звезде. Теперь можем зафиксировать тросик. Опять же, натягиваем одной рукой тросик, другой рукой фиксируем болт. Затяжка должна быть не сильной, чтобы не сорвать резьбу и не испортить тросик. Зафиксировано.